Слушаю, говорите. Это твой друг. У меня есть информация, касающаяся твоего брата. Приходи на мою ферму, и я все объясню. Она находится в районе Тьерра-Рубада. Езжай через мост Гарвера, а потом направляйся на юг. Кто ты такой, мать твою? Я не могу сейчас сказать. Мама всегда говорила мне, чтобы я не разговаривал с незнакомцами. И посмотри, что случилось с этой сучкой. Если ты хочешь, чтобы твой брат сегодня ночью спал с нетронутым языком, хватай свою задницу и переезжай сюда. До встречи. Алло, йоу, это Джетр, чувак. Послушай, я и Сизер использовали наши связи, ну, чтобы достать список необходимых машин, которые необходимо быстро доставить сюда, чувак. Здесь неподалеку есть автосалон, который выставили на продажу. И я подумал, что надо бы как можно сильнее легализировать доставку тех машин из списка. Да, это отличная идея, чувак. Я пойду и посмотрю на это здание. Короче, я перезвоню. А как тебе такой ход, Каброн? Ау, черт! Так значит, это он, да? Наш огромный и могучий бизнес, который должен сохранить наши никчемные жизни? Хочешь присоединиться? Слушай, я думала, что это будет нашим первым шагом в новую жизнь. Я думала, что мы поставим это место на ноги и заставим приносить деньги. Эй, может со стороны кажется, что мы играем в карты, но на самом деле мы планируем дальнейшее развитие. Не волнуйся, сладенькая. Мы уже выработали наш новый план. Наконец-то, заработало. Что заработало? О, это просто небольшой электронный плод активности моего интеллекта, который перехватывает с телекоммуникационного спутника сигнал, который посылается на мобильник, находящийся в нужной нам машине. Я не знаю, что он сейчас сказал, но это отлично. Да, это отлично. Подожди, что отлично? Так вот, это устройство перехватывает сигналы с мобильника. Каждый раз, когда она будет делать звонок, ты будешь видеть, где она находится. Не отставай от нее, иначе ты не сможешь принимать ее новые координаты. Понял? Конечно. До встречи, Зи. Эй, Карл! Я нашел еще две тачки из списка. Они находятся в выставочном зале на другом конце города. Пошли, заберем их оттуда. Мне всегда нравился твой подход к таким вещам, Хомбер. Хорошо, погнали. Надо забрать эти колеса. Знаешь, мне нравится это место. Какое место? Сан-Фьерро, чувак. Мой дом всегда будет в районе Эль-Корона. Но этот город, в нем есть что-то особенное. Да, я понял, что ты имеешь в виду. Знаешь, похоже, что Кэндалл тоже здесь все нравится, а? О, да. Она действительно с головой погрузилась в этот бизнес. Это хорошо. Она всегда была мозговым центром в нашей семье. Она могла выйти из гетто и сделать что-нибудь без посторонней помощи. Такое чувство, что она собирается сделать что-то без нашего участия. Да, теперь она мать в нашей семье.
Эй, а кто такой этот парень, праведник Холмс? Не думаю, что он такой же нормальный, как остальные. Просто он видит мир немного по-другому, вот и все. Поначалу я думал, что он еще один хипованный фруктовый пирожок. Но то, что он говорит... Ну не знаю, чувак, но не все же, что он говорит, чушь. Эй, ты что, хочешь стать охотником на пришельцев, Холмс? Если так, то я знаю, к кому обращаться. Это здесь, Си-Джей. Тачки находятся на втором этаже. Что? Как мы их оттуда достанем? Я могу вам помочь, джентльмены? Да, ты можешь нам помочь, если пойдешь, поможешь какому-нибудь другому ублюдку. Да, это хорошая идея. Хорошо, Си-Джей, пора ехать. Игра называется «Следуй за лидером», поэтому не отставай. Оу, ты просто маньяк. Си-Джей, эта авторация работает? Да, твой голос слышно громко и отчетливо. Давай, Си-Джей, посмотрим, сможешь ли ты тягаться с Сизаром Гелиопандо. Обгони трамвай на холме. Это просто кусок шоколадного пирога. Этот водитель трамвая, должно быть, обсирается. Привет, копы. Почему так долго? Си-Джей, смотри сюда! Нитро! За мной, вниз по холму, Холмс! Хорошо, Сизар, хватит дурачиться. Давай доставим эти тачки в гараж. Хорошо, Си-Джей, эй, я знаю короткий путь. Срань господня! Блять, Холмс, ты это видел? Может, подумаем о том, чтобы вернуться? До того, как я превращусь в барбекю в этой тачке. Так и быть, Холмс. Сюда, здесь короткий путь. О, опять копы! О, опять копы! Жми назад, Холмс! Назад, назад! Это было круто! Встретимся в гараже, Си-Джей! Да, нашел! Это все коллектор! Черт, я его только сменил! Должно быть, я его неправильно поставил! Эй, Сиз, пришел твой парень! Он мне не парень. Эй! Наша жизнь начинает налаживаться, и мы находимся далеко от Гроул-стрит, ведь так? Да, я знаю, но никак не могу выкинуть это из головы. Мама, Свит, Смоук. Я просто не могу забыть их. Я знаю. А что нам делать со Свитом? Дело дрянь, но мы должны дать ему продвинуться дальше, понимаешь? Понимаю, но будь осторожен. Мы не хотим тебя снова потерять. Хорошо, сестренка, я постараюсь. Эй, Карл, у меня есть хорошая новость для тебя, Холмс. Я знаю парня, который знаком с парнем, который грузит контейнеры в порту города. Он сказал, что в контейнеры погрузили машины, и одна из них оказалась в нашем списке. Так вот, он пометил контейнер с этой тачкой при помощи баллончика с краской, но думаю, что уже слишком поздно. Сегодня контейнеры погрузили на корабль, который завтра отплывает. Хорошо, давай заглянем в порт, посмотрим, что там да как. Thank you.
мы достанем тачку, которую погрузили на борт корабля, Холмс? Ну знаешь, так же, как ее туда и погрузили, при помощи портового подъемного крана. Чувак, это слишком высоко, я не очень хорошо дружу с лестницами, к тому же я боюсь высоты. Хорошо, на кран полезу я, а ты лучше будь готов вскрыть контейнер. Вот этот корабль, Си-Джей. Хорошо, я полез на кран. Подожди секунду. Давай быстрее, не хочу, чтобы меня поймали, пока я буду ждать тебя. Это не он, Си-Джей. Неудача, Си-Джей! Давай другой! Хорошо, Си-Джей, это она! Отличная работа, Холмс! Эй! Какого хера вы тут делаете? Си-Джей, мне не помешала бы твоя помощь! Не с места, воровские морды! Садись в машину! Надо сваливать отсюда! Должен быть другой, более легкий способ зарабатывать на жизнь, нежели этот. Конечно, Холмс, я тоже так думаю. Но что ты еще умеешь, кроме этого? Да, я все понял. Эй, Холмс, было весело, надо будет как-нибудь это повторить. Эй, чувак, ты где был? Я выследил еще одну машину из нашего списка. Но эта сумасшедшая сучка, она гоняет как дьявол. Я несколько часов гонялся за ней, но она ни разу не остановилась. Можно было ее спихнуть с дороги, чтобы получить шанс. Получить ее тачку, но ты ведь знаешь, что разбитой она нам не нужна. Я уверен, что она играет со мной. Чувак, успокойся. Если она с тобой играет, значит она, вероятно, не хочет повредить свою машину. Мы найдем способ остановить ее, ну, или хотя бы замедлить. Плохо, что мы не можем привлечь полицию. Иначе она бы быстро прокалывала шины этой сумасшедшей сучке и запихнули бы ее задницу за решетку за то, что она подпортила мои нервишки. Знаешь что, кажется, у меня появилась идея.
сумасшедшая сучка! Я выгнал ее. Теперь надо только заклеить шины. Я приеду через несколько минут. Хорошо. Аккуратней с этой шиномонтажной хренью, CG. Это отвратительное занятие. Постараюсь. До встречи, чувак. Блин, это и впрямь отвратительно. Вот черт. Моя одежда. Жирные лошары!